Привет, дорогие подписчики моего канала, а также его зрители. Большое спасибо, что вы заглянули на мой канал. Сегодня хочу вам показать небольшую покупочку для скраббукинга, которую я совершила в группе ВКонтакте «Скраб Барахолка». Ссылочку я оставлю на нее в описании. Я увидела, пролистывая ленту, что одна девочка продает листы с элементами для вырезания от Минтай. Цена у нее была очень, прям очень крутая, шикарная, но я, к сожалению, не успела. Я 2 дня выкладывала пост, может, кто-то мне смог бы предложить. И вот одна девушка, Гульнур, если ты смотришь это видео, привет, и большое спасибо, предложила свои листочки. Мы все обсудили в личных сообщениях, все согласовали, и вот буквально вчера я забрала эту посылочку. И давайте я за кадром ее открою и покажу вам эти листочки. Получается, предложила она мне 12 листочков, то есть это 6 дизайнов, 2 листа каждого, по 20 рублей за листочек. Ну и доставка вышла 82 рубля. Давайте начнем. Фирму Минтай, мне кажется, знают многие, очень многие. И вот эти вот прям Флора Бук 2, и с насекомыми прям я в них влюбилась. Вот, к сожалению, Флора Бук, ну, второй вид, так скажем, цветочков, вырезалочек, я найти нигде не могу, а насекомых вообще. Во многих скраб-магазинах уже закончились они просто в наличии. И все вот так вот упаковано в картонку, обмотано бумажным скотчем. Посмотрите, упаковка прям вообще суперская. Хоп, и вот они, мои листочки. Я просто так влюбилась, я так была рада, что Гульнур мне предложила. О, прям супер. Вот такой вот листочек. Давайте, вот такой вот листочек с цветами. Это у нас шеби-шик, пастельные цвета. Бумага двухсторонняя, здесь у нас такой нежно-зеленый. Давайте мы вот это вот уберем, это нам не надо. Вот таких вот 2 листочка. Потом 2 вот таких вот винтажных. Ой, ну, красота, красота. Ну вот насекомых я прям буду искать, потому что там и птицы, и насекомые. Супер. Вот такой. С обратной стороны у нас вот такая вот как мешковина. Таких 2 листочка. 2 листочка с листьями. Вот такие более приглушенные, более такие темные оттенки. 2 вот таких вот более ярких, насыщенных. Посмотрите, разве это не красота? Это просто вау. И 2 вот таких вот колор более ярких цветочков. Маки, суккуленты. Супер вообще. И 2 последних, это вот такие вот названия. Вот у нас. Тут у нас хлопок. Нежнятинка такая. Вот такую классную покупочку мне удалось совершить в скраб-барахолке. Я там вообще покупки совершаю редко. Но вот благодаря Гульнур просто моя мечта сбылась. Часть набора с элементами для вырезания у меня есть. Буду искать еще, и, возможно, когда у меня будет возможность, я куплю обязательно вообще целые наборы, потому что целый набор, там 24 листа, 15 на 20, ну, то есть формата А5, скажем так, стоит в районе 500 рублей. Вот, поэтому, если вам понравилось видео, поддержите его, пожалуйста, пальчиком вверх, ссылочку еще раз на скраб-барахолку я оставлю в описании, там много чего интересного, крутого и полезного продают девочки, поэтому проходите. И заказывайте. Всем пока-пока. Ваша Аня.